Добрый день, меня зовут Юрий Николай Львович, я являюсь президентом Федерации областного бильярдного спорта Николаевской области. Сегодня у нас проходит в бильярдном клубе «Парадис» турнир «Открытый кубок города Николаева». Также, поскольку турнир открытый, к нам приехали гости с Одессы, с Херсона, с Первомайска, с Кривого Рога. В общем, всего 55 участников. Давно в Николаеве не было такого большого турнира. Приехали многие ребята, титулованные спортсмены, которые выигрывали чемпионаты Украины, Кубки Украины. То есть борьба будет интересная, надеюсь. Ну, сейчас, пока идет первая стадия турнира, еще особых таких интересных не происходило. У нас никаких, будем так говорить, сюрпризов турнир пока не принес. Но, тем не менее, надеемся. Много участников молодых, начинающих, есть ребята, которым по 10-15 лет, они уже тоже достигали успехов на юниорских турнирах, на юношеских турнирах, и тоже принимают участие с Николаева. Есть у нас тоже такие воспитанники. В турнире играют две девушки, тоже воспитанницы Николаевского бильярда. Пока удачно, Оксана Краскова выиграла первую встречу. Так, все, что вкратце.